Дорогие ребята, сегодня вы пришли первый раз в первый класс. Школа станет для вас родным домом на 11 лет. В школе вы узнаете много нового, интересного. А здесь вы получите важные знания, которые пригодятся вам в дальнейшей жизни. Девочка. Что? Девочка, не разговаривай. А, о чем я? Да, дорогие ребята. Дорогие мои, школа станет для вас вторым домом, в котором вы узнаете много нового. Школа даст вам все необходимые знания, которые... Девочка, девочка, ты же мешаешь, не надо разговаривать. Да-да, дорогие ребята. Они у меня все... Ну что ж ты мешаешь? Не надо разговаривать. Дорогие мои первоклашки, очень скоро мы с вами будем читать и писать, научимся считать. Девочка, девочка, ты куда? А что мне тут делать? Читать и писать я все равно не умею. А молчать 11 лет я не собираюсь.